Пидорские какие-то. Честно, наличные вопросы на полиграфе, которые задаст тебе твоя мама. Ты волосы у себя на локте. Такое я люблю. Добро пожаловать на шоу «Колись». Отвечай о, честно. О, такое я люблю. Бабосики. Расскажите немного о ваших взаимоотношениях. Меня зовут МДжей, и я его мама. У него есть брат-близнец, и я на всю жизнь запомнила день, когда во мне было два члена. Боже, ужас какой, прямо с порога. Вы, наверное, уже заметили, что справа от вас сидит человек. Меня зовут Хёрпер Вайн, и я являюсь полиграфологом. Никогда таким не занималась. Чего? Протяните в пол, пожалуйста. О, окей. Протяните руки перед собой. Хорошо. Эти трубочки крепятся вам на грудь, чтобы измерять дыхание. Эти штучки мы крепим к вашему указательному пальцу, чтобы отслеживать кожно-гальваническую реакцию. Погнали, кастомки уже заебал. Что тот, сейчас кто три раза ответит честно, получит $200. Окей. Давайте начнем. Окей. Да, давайте. Так, ладно, мам. Да, Кёрби. Был ли у тебя какой-либо сексуальный опыт до папы? Не, я такой не... Это вообще хрень, ты чё, рофлишь такое смотреть? Дядя, блядь, это вообще кринжатина полная, блядь. Го, блядь, го, го. Ну давай, блядь, долбоёба. Любой сексуальный давай, опыт. Давай, блядь. Ты точно хочешь узнать это от своей мамы? Да. Окей. Ладно, давай скажем так. Я была самой старой девственницей в Америке. Мне было 35. Она говорит правду. Окей, Хёрб. Ах, падла, блядь. Самая старая девственница. Давай дальше. 35! Тебе нравился кто-нибудь из моих друзей? Нет. Так, окей. Грегори точно нет, Бен тоже. Знаешь, мне как-то не казались твои друзья слишком сексуальными. Бен сексуален по-своему, потому что он становится пилотом. Понимаешь? То есть больше по профессиям, да? Да, когда он наденет свою кожаную куртку и будет стоять возле самолета, это будет сексуально. Но он молод для меня. Это, блядь, она говорит правду. То есть ты смотришь по КД хуйню? Окей. Следующий вопрос. Не, это прикольно. Ты слышала, как я мастурбирую? Опа. Нет, хорошо. Я ни разу не слышала, как ты мастурбировал. Знаешь, будучи человеком, который стирает одежду за всех, я в курсе, что вы частенько таким занимаетесь, что является абсолютно нормальным. Окей. Это нормально для подростка. Нашли носок для утех? Пацаны, не переживайте, блядь. Хёрб, а ну-ка вырубай эту машину прямо сейчас. Вадя, ПЖ, запиши видос день своими глазами. ПЗДЦ. Она говорит, так, блядь, это самый конченый день, блядь, никогда не слышала. Да я тоже хочу записать. Поздравляю, вы выиграли $200. Оу, да. А чё так просто, что? Да. Ссылка удалена. Позорище какое, это самые тяжелые $200 за мою жизнь. Спасибо, мама. $200 на халяву, считай. Связанная с выходом новых айфон. Только назад, ссылки вы... Будешь говорить правду? Я попробую. Ну, то есть... А ну-ка, блядь. Ну, ладно, ладно. Я попробую. Итак, первый вопрос. Ты бреешь волосы у себя на лобке? Отлично, это, блядь, прекрасно. Обычный вопрос. Лизап, да. Кстати, лизап может быть. Все, что ли? Ага. Тебе неудобно? Нет, хорошо. Там не колется, просто потом все аккуратненько и чистенько. Это была правда. О, хорошо. Прекрасно. Конечно, что правда, за дети, блядь. Пошли? Честные да нельзя. Окей. Ты когда-нибудь называл меня сукой перед своими друзьями? Сукой? Вела ли моя мама себя по сути до этого момента? Нет, не называл. Сейчас мы проверим, правда ли это. Так. Это правда, да. Вау, блядь, да, правда? Я бы пронесло! Не назвал тебя сукой. Да. Вау. Никогда. Хорошо, последний вопрос. Понятное дело, блядь, мама нахуй, это цветное. Ты когда-нибудь отправлял кому-нибудь фото своего члена? Я в комфуз скилл до фортнайтера, блядь. Ладно. Это правда, да. Я надеюсь, что это было после того, как он побрил лобок. Там все скидывали, блядь. Видимо, у тебя очень насыщенная сексуальная жизнь с твоей девушкой. Да, девочкой. Она очень насыщенная. Мы так общаемся. Все в порядке. Спасибо. Привет, большое. Привет, хуй, вот так на просто. На этом, пожалуй, все. Вы только что выиграли $200. Вот это я понимаю. Плюс 400, блядь. Что еще вы хотите узнать? Оу. Господи. Что? Так, я просто попробую. Ладно, все, я готов. Все, я. Здравствуй, отец. Какой я так давно тебя не видел, и вот мы встретились, прошу тебя, я веду. Это просто ухаха. Утпс двоеточие /// ссылка удалена. Только ха в начале ссылки поставь. Среднего размера или нет? Понимаешь ли, мне не с чем сравнивать. Что? Тебе не с чем сравнивать?
Я была девственницей в свою брачную ночь. Ты же говорила, что у тебя было что-то там такое с другими парнями. А какой он вообще? Так вроде должно быть. Погоди секунду. Да. Миссис девственница до свадьбы, что вы творите вообще? Господи, боже. У меня с собой никогда не было линейки. Да. Хёрб? Она... говорит правду, да. А, спиздел. Вы свои спиздел. Вы только что выиграли $200. Боже мой. Молодец. Я чувствую, он спиздел. Кстати. Так бывает. О, она того стоила. Главное, чтобы твой отец конец. Ни при каких обстоятельствах о, не увидел господи. Это видео, понял меня? Спасибо папиному елдаку. Боже мой. Нихуя там папа, наверное, блядь, хуяка, сука, здоровый, блядь.